Добрый день, земляне. Я Александр Док. Вы не поверите, вот сегодня середина января, но такое солнышко. Так все тепло. Вот это место, вот я его называю место для медитации. Сюда собирается, когда солнышко выходит, все мои собачки. А я прихожу, вон они бегают. Вот. Но я их сейчас пугнул. Когда я заехал с работы, приехал, они все сидели вот здесь, вот возле вот этого прогретого. Ой. И грелись. Сейчас я переключу камеру и посидим. Я сижу с ними, вы посидите со мною, то есть с нами, и помедитируем. Вот, я как сказал уже, они немножечко отвлеклись, потому что увидели меня. Лерик вот уже здесь. Вот это место очень теплое. Вот. Насколько она теплая, я сейчас покажу. И какой необычный день, земляне. Сейчас они угомонятся, сядут на место медитации, и мы помедитируем. Смотрите, вот это у нас была, помните, собачка. Ну, собачка, которая осталась от собачки, что? Собачка, ее назвали Тая. Вот она, Тая, видите, какая? Ну, долго она простояла. Я что хочу сказать, пошли. Вот, еще раз покажу, какое это теплое место. Смотрите, земляне. Вот видите? Смотрите. Видите? Видите, тает. Это Тая тает. Вот что осталось от Таи. На ходу испаряется. Она сейчас закипит. Вот здесь дотронуться горячо, потому что очень раскаленное место. Ну, в общем, идите. Идите, давай. Садись, Марсик. Садись и медитируй. В общем, мне надо сейчас уйти будет, чтобы они немножечко расслабились. Вот, Марсик уже присел. Все, он уже готов к медитации. Теперь это, мадам. Ей же надо снег доесть. У нас же все естся в нас. Все, что естся. Все, что естся. И голыши у нас едятся. А вот лед же упал, надо же его доесть. Это машина для поедания еды. Это Мирка. Марсиончик, вот он первый пригрелся. Сейчас захрюкает. Марсик, хрюкай. Марсиончик, такой вид у тебя хороший. Вот это еще ягоза крутится тут под ногами. Ну что, Марсион, давай. Медитируй. А я отойду в стороночку и буду наблюдать за ними. Все. Процесс медитации начинается. Мирка, не мешай. Уйди, Мирка. Сейчас и Мирку разморит. Пошла ко мне. Вот она. Мирка, ты не серьезный товарищ. А Марсик, он серьезный. Смотрите, какой серьезный. Марсика вообще-то трудно снимать, он же черный. И у него глаз почти не видно. Видно только грудка белая. Вот эта мадам, конечно, она... Вот там. А Марсик начал ревновать. Что это мадам подошла к доку? Ну все, медитация нарушилась. Мне надо сейчас просто уйти. Отойду я сейчас. Проверю Таю. Вот смотрите, она на солнце и не тает. Поешь снежочка, конечно, голодное существо. Ну что мы будем сделать с этой Таей? Ну давайте снежки поиграем. Давай, Марсенчик. Я с вами. Что, пришел на обед? Мирка, Марсик. Жалко, видите, сколько. Но она неделю простояла. Это собачка. Марсенчик, правда, и голову свернул. А мне там в комментарии написали, что ваша собачка потеряла от Марсика голову. Кто-то в комментариях написал из мужиков. Не помню кто. Или Алексей Граус, или...
Дела или, ну, в общем, кто-то из мужиков. Ну что? Еще собачки соседские мешают медитации. А вот я, земля, не хочу поделиться, какой у меня кипарисик вырос. Это с Крыма привезли. А был вот такой маленький, вот. Не поверите. А сейчас высота. Я уже не достаю до него рукой, видите? Красивое дерево очень. Ну что, я, наверное, сейчас уйду, а потом вернусь и сниму, как они медитируют. Потому что они при мне начинают разбегаться. А вот, смотрите, пока я ходил, видите, все уже, вот оно, место, где вода была, все уже испарилось. Ага. Смотрите, вот у меня руки мокрые чуть, видите? И тут же исчезает. Все. Все высыхает. Ну, что-то тут хлопнула наша дырочка, и все медитаторы ушли сюда. Ушли, пришли. Удовольствие отходить. Им нравится вот эта штучка. Ну и что, Мира? Марсик. Марсик. Иди зови Марсика. Вот так целый день. Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Марсик. Марсюнчик. Мирка позвала Марсика. Ну что ты туда ушел? Пошел. В гараже прохладнее, наверное. Просто им тут припекло. Лерочек. Ну что, пошел и я, наверное, помедитирую. Есть у меня любимое место для медитации. Я с вами поделюсь. Вот, а Джерик, он все время в медитации находится. Постоянно. А это все облизывает чашки, тарелки. Эта тарелка еще с лета. С нее никто не ест. Ну что, Лерок? Помахал человечеству хвостиком. Пошел я, земляне, покажу вам свое место для медитации. Так, нет. Нет, друзья, все, в обед я вас не пускаю. Нет, отходите, отходите, надо узенько-узенько приоткрыть дверь. О, вот, сейчас я покажу мое место для медитации. Ну, во-первых, чем оно удобно, что сразу же вид созерцания падает на сад. Вот оно мое место, вот я, видите, вот я вот так вот медитирую. Все. Вот, земляне, видите, это я. Все, всем пока. Медитация доступна только очень уравновешенным, степенным таким людям. Тем, у кого шило в попе, не буду показывать пальцем, тем медитация еще пока преждевременно. А Марсик уже созрел. О, все. Сейчас он будет медитировать. А еще во время медитации все затронул. Иногда, ну, сами знаете как, когда на жаре сидишь, все расширяется, все предметы при медитации расширяется, и у него тоже там кое-что расширяется. Я вот хотел показать этот момент, но Марсик не хочет упорно показывать тело, которое у него расширяется от жары. У Лирика этого тела не видать, но у него за шерстью спрятано. Марсенчик, ну, я попробую подловить момент. Вот выйду, они тут же вскакивают и начинает приближаться ко мне, уходить. Не любят они, короче, публичной медитации. Да, кстати, медитация не любит шума.
Марсик, а почему вы не медитируете? А? Вот я приехал с работы, а вы ушли. Что, солнышко, видите, куда ушло? Где вы? А, не видят тут у меня. И... Нет, это не вам. Это мы были на кладбище, и там тетенька шла и сказала помянуть другую тетеньку. Вот, поэтому это я Иванычу передам, пусть он чаек попьет. А вы что? Все, намедитировались, да? А что это такое? Что это заскакивает? Она пытается от ноги оттолкнуться и заскочить на пирожки. Все, короче, когда пирожки у них в глазах, медитация, конечно, уходит на второй план. Все, это, но это еще есть, знаете, активная медитация. Есть такой способ, это его разработал Оша. Ну что, пойду. Иван, еще отдам пирожки. О, они думают, что я иду в сад. Нет, друзья, мы уже в саду были. Все. Назад. Назад так неохота возвращается. Туда бежали. Все. Конец видео.